Это шок-турнир. Красно-белые отвечают на футбольные вопросы, зарабатывают баллы. В первом раунде за каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Во втором раунде 2 балла. Не знаешь правильный ответ, получаешь разряд. Удачи нашим участникам и хорошей игры. Очередной гость нашего нового выпуска – Рустам Тимирхан. Так, первый раунд, 10 вопросов, за каждые 2 балла. Какое из этих животных изображено на эмблеме футбольного клуба «Спортинг»? Лев, медведь, змея, тигр. Змея. Вспоминай. Спортинг. Португалия. После разряд? Да. Бей его. Ладно, лев. Это окончательно? Да. Змея, лев? Лев, да. Точно. Надо сразу первый бить, да? Назови продолжение полного имени Криштиану Роналду. Ну, такой легкий. Да Сильва Сантос Джуниор. Луис Назарио де Лима. Душ Сантош Авейру. Криштиану Роналду – это уже полное имя. Душ Сантош Авейру Масул, короче. Душ Сантош Авейру. Точно. Это правильный ответ. Как ты раньше все ничего не знаешь, все знаешь. Это самое логичное. Просто выходит Роналду с мячом. Ага. Два правильных ответа. Нет, нет, сейчас уже вот это точно ошибется. Генич. Каким футбольным клубом на протяжении 11 лет владел Элтон Джон? Тоттенхэм. Уотфорд. Брэдфорд. Манчестер Юнайтед. ЖБ. Брэдфорд. Точно. Да. Не будешь думать. Да, по-любому получу же, правильно, неправильно. Брэдфорд, да? Да. Все уже ударил? Давай, еще давай. Посильнее, без эмоций. Не больно, да? Посильнее. Что там, правильно, неправильно? Неправильно. Уотфорд. Уотфорд? Не оказали Уотфорд. Надо музыку тоже поставить, чтобы когда правильно. Сколько раз в своей карьере Лионель Месси делал пентатрик? Забивал 5 мячей в одном матче. Ни разу. 1 раз. 3 раза. 4 раза. 4. 4. Это окончательно. 3, 4. Ни разу или один? Ни разу или один? Подсказка друга? Друга. 50 на 50. 50 на 50. Можно делать 50 на 50. Давай, окончательный ответ. 2 или 3? Серьезно? Ни разу или один? Матикин вариант. Ладно, 2 не было, да. Ни разу или один? Ладно, 1. Точно. Да. Лиги чемпионов не забивал, как раз пятерку кому-то отгрузил. Да, один. Один. Да. Правильно? За уши вытащили. В какой стране нет профессионального футбольного клуба с названием «Арсенал»? Украина. Аргентина. Чехия. Италия. Все лиги считаются. Да. Какой знаешь, что точно есть Арсенал? Где? Украина. В Украине есть. 3 не знаешь. Да, повтори еще страны. Аргентина. Угу. Чехия. Угу. Италия. Италия. Точно. Везет пока. За какой клуб, шестой вопрос, никогда не играл Матео Ковачич? Хайдук.
Динамо Загреб. Интер. Реал. Легкий вопрос. Хайп. Загреб? Хайп. Точно. Хайп. Правильно. Что его за правильный? Три подряд. Нет, два было только. Побольше поставили там этот топ? Два было. Ну, да, там два брат. Ты же мне брат, два было. Побольше поставили, да? Да, поставили, поставили. Что, хоть и счет рано? Акционером какого футбольного клуба является Леброн Джеймс? Вот это точно не знаю. Бавария. Ливерпуль. Ювентус. Лос-Анджелес Гэлакси. Не будешь думать? Не буду. Уверен? Так. Ну, включен? Урдмай? Да. Нет. Давай, тебе. Нет. Да он сначала не бьет его. Нет, сначала прям вот этот момент только не бьет. Трицафу надо ставить. Ниже ставь. А, выше ставь. Вот это да! А так... Точно? Да. Ударил его что-то? Да. Ливерпуль. Там Ливерпуль не было же вариантов. Был. Бавария, Ливерпуль, Ювентус, Гэлакси. Восьмой вопрос. Какой турнир так и не смог выиграть бразилец Роналдо? Чемпионат мира? Кубок кубков? Это что за турнир? Кубок УЕФА, Лига Чемпионов. Я что, турнир придумали? Как придумали? Конечно, был. Суперкубок, может быть? Нет, Кубок Кубков. Это в каком веку было? Чемпионат мира, Кубок Кубков, Кубок УЕФА, Лига Чемпионов. Роналдо, зубастик. Да, чемпионат мира он играл. Лига Чемпионов играл. Еще что? Кубок кубков или кубок УЕФА? Кубок УЕФА, может, это не было? Видишь, руку держишь, значит, бьет. Кубок УЕФА был. Футбол был. Да, потом переименовали. 2009 был. Лига Европы. Да, вот так выходит. На твоей стороне. А сила попроса. А вдруг заблуждение вводит специально? Давай, поскорее это че? Давай, ладно, куб. Точно. Я не знаю, что за турнир, я первый раз в жизни слышу это. Может, да, не знаю. Лига чемпионов выиграл? Да. Куб УЕФА. Тогда бьем. Ой, да, нет. Давай. Вот, я сам задумал. Лигу чемпионов не выиграл. Я пойду. Два вопроса осталось. Давай. Потом второй тур. Я думал, все, домой до вопроса. Какое из этих противостояний называют суперклассиком? Бока Хуниорс Ривер Плейт. Коринтианс Фламенго. Милан Ювентус. Реал Барселона. Суперклассико. Дема знает. Абло Эспаньоль. Юсей. Давай еще вариант. Давай еще, я забыл даже. Бока Хуниорс Ривер Плейт, это Аргентина. Коринтианс Фламенго, Бразилия. Милан Ювентус, Реал Барселона. Супер классик. Ливерплейт? Ливерплейт. Все, точно. Да. Не, он ему кивает, смотри, на ноги. Я на него не смотрю. Давай. Бога хуя. Я Ливерплейт не вспоминаю. Сразу надо первый принимать. Правильно. За подсказку. Первый подсказал, а нет. 9. Последний вопрос первого тура. Как называется самый большой футбольный стадион в мире? Вмещает 150 тысяч человек. Salt Lake, город Калькутта, Индия. Стадион 1 мая, Пхеньян, Корея. Маракана, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Ацтека, Мехико, Мексика. Не спеши. Чего Ацтека?
Это в Мексике. 150 тысяч зрителей. Маракана. Точно. Я знаю, это проект, кстати. Давай, Маракана. Что мне нравится. И... Это же 1 мая, блядь. Второй тур? Да? За каждый... кстати, да, 1 мая, да. Пусть смотрит просто. Второй тур, Рус. Называй фамилия, имя футболиста. Ты называешь, за какой клуб он играет. Да ебать, что тяжелее-то? Давай. Марсело Брозович. Интер. Левен Курзава. ПСЖ. Ларс Бендер. Байер. Тангин Домбеле. Тоттенхэм. Ричарлисон. Эвертон. Йордан Осорио. Хоть какой чемпионат скажите? Я вообще фамилию первый раз скажу. Да, скажите хотя бы. Зенит. Альваро Марата. Нету что такого. Атлетика. Бауржан Исламхан. Корантен Талисо. Карантин наш? Может. Карантин Бавария. Рубен Лофтус Чик. Все. Таким образом, Тимирхан набирает 24 балла. Рустам тем самым опережает Демьята Сламбекова, ну а лидер по-прежнему Ардак Саулет. Ждем новых героев. Всем пока!